Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжая начитывать книгу «Беседы о братстве» Николая Николаевича Неплюева. Первую часть этой книги «Путь веры» я начитал. Вот с этого сегодняшнего ролика буду начитывать «Голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». Это вторая часть этой книги. Впервые опубликованы труды Киевской духовной академии. Июнь 1906 год, номер 6, страница с 269 по 305 страницу. Июль 1906 года, страница с 257 по 427 страницу. Ужас и позор нами переживаемому является обстоятельством, особенно благоприятным для истинного покаяния верных чад церкви за всю страну, за всю церковную, церковь поместную, покаяние во всем, за что мы заслужили праведный гнев Божий и суд Божий над нами совершавшийся. Эти же обстоятельства лишают нас всякого оправдания, если и теперь мы не покаемся и не сотворим плодов, достойных покаяния. Не будем ошибаться и себя обманывать, зло не исправлено, а только взнуздано. Анархия только временно подавлена, по-прежнему царит в умах и сердцах и неминуемо проявится в жизни, как только будет опять в силах это сделать. Главное святое дело предстоящего собора и состоит в том, чтобы призвать Россию и чад Русской Православной Церкви к нелицемерному покаянию своей беспримерной, безблагодатности рутины жизни. Покаяние в том, что перестали быть достоянием Божьим, что рутина жизни во всех областях тоже не есть Божье достояние. И мнящие себя верующими стремятся кощунственно сделать Бога и Церковь Божию достоянием своим, стараясь лестью и дарами подкупать их на содействие себе и своим низменным делишкам, а не быть достоянием Бога живого, Христа Его и живой Церкви их. И себя отдавать на вечное святое дело Божие, отвергая себя, сознательно и с благоговейной любовью, принимая на себя крест Христова дела разумной любви, чтобы нести его во след Христу. Без этого великого акта нелицемерного покаяния напрасно будут все труды собора, все реформы, которые обязательно останутся мертвыми и мертвящими буквами. Пока люди не покаятся своей беспримерной, безблагодатности, доходящей до полной духовной слепоты, позорного самодовольства во зле. Вторым святым делом собора будет, указав определенно и ясно на все, что является в рутине жизни злом, явным проявлением безблагодатности и отчуждения от Бога, и правды Его, соборно установить совершенно определенную программу оздоровления души народной, понимая под словом «народ» все слои русского общества без исключения, совершенно определенную и ясную программу уврачевания смертельных язв рутины жизни не в смысле борьбы с врагами церкви, а в смысле честной организации жизни православных русских людей на основе животворящего духа вечного верховного закона о любви к Богу всем разумением, всем сердцем и всей крепостью. Марка 12 глава 30-33 стих. И к ближнему пресвятой этой разумной любви к Богу, на святой основе разумной веры, действующей любовью. Смотрите, Галатам 5, глава 6 стих. Без этого мы не поклоняемся Богу в духе истине, не причастны Церкви Новозаветной, не способны воспринимать дары благодати Божией, естественно, остаемся безблагодатными, не можем быть не только православными, но и вообще христианами, остаемся под святым тягом православного христианства теми же ветхозаветными книжниками, фарисеями и саддукеями, которые распяли живого Христа, гордясь своей принадлежностью к народу избранному, теми же кумиропоклонниками буквы догмата, текста и обряда, упразднявшими верховные заповеди Божии преданиями отцов своих. Заголовок «В чем покаяться?» Зло рутины жизни так велико,
что поставил на край гибели нашу бедную Россию и русскую православную церковь поместную. Вселенская Церковь Божия неизменна, свята и непорочна. Ефесянам 5:27. Врата адова не одолеют ее. Матфея 16:18. Отождествлять с ней нашу церковь поместную есть дело неразумной гордости и слепого самодовольства. Светильник ее может быть сдвинут, как были сдвинуты светильники многих церквей малоазийских за то, что не соблюли первую любовь свою. Откровение 2.4. Имели только вид жизни, но были мертвы и не покаялись. Откровение 3.1. Истинная, разумная любовь к нашей русской православной церкви состоит не в том, чтобы обелять зло рутины жизни на лоне ее и закрывать глаза на то, что светильник ее уже колеблется на основании своем, которым для слишком многих из чад ее перестал быть краеугольный камень исповедания Бога живого и Христа его умом, сердцем и жизнью, а в том, чтобы честно призвать чад ее покаянию, к оздоровлению прокаженной души силой благодати, к исправлению рутины жизни до светлого ее преображения, до незыблемого утверждения светильника церкви на краеугольном камне, вечного основания ее, Христа, единого Учителя и вечного главы церкви, до такого света любви на светильнике русской православной церкви поместной, при котором она стала бы славной, не имеющей скверны и порока, светом мира и солью земли, чем она и быть должна. На пути нашего позорного отступничества от Бога живого и правды Его мы дошли до того, что на всем, на складе умов, на стремлении сердец, на всем укладе жизни горит клеймо безблагодатности, отсутствие печати дара Духа Святого, мира, любви, мудрости, смирения, великодушия, кротости, благоговения. Слишком многие из православных русских людей проникнулись сочувствием к злейшим врагам России, к самым грубым, разрушительным социальным и политическим теориям, издевались над всеми заповедями Божьими, пали до святой лжи, до восхваления убийств, грабежей и всякого насилия, до полного отсутствия сердца чисто и духа права, до систематичного развращения детей и юношей, делая и их участниками позорной оргии всяких забастовок и обструкций, являя все признаки бесноватости вместо благодатных признаков, обязательно для всякого христианина, печати дара Духа Святого. Не будем и тут ошибаться и себя обманывать, повинны в этом не внешние враги России, не еврейский бунт, ссылка дается, бунт, союз, идиш, полное название, Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России, основан в октябре 1897 года. В период революции 1905 года играл заметную роль в политической жизни страны. И никакие либо обстоятельства от нас не зависящие, а главным образом сами мы, православные русские люди, распыленные в нашей безблагодатности, лишенные цемента любви, что является естественным плодом, горьким плодом отвержения верховного закона любви, векового позорного и преступного нерадения о том, чтобы быть Божьими любовью, честно устроить весь уклад жизни нашей, отношения и труд на святой основе братолюбия, на святой основе веры, действующей любовью. Повинны в этом все мы без исключения, все, кто мирится с позорной рутиной жизни, кто не ревнует о правде Божией до обособления от зла, до честного исповедания добра и честного служения добру в жизни. Повинна церковь поместная, не научавшая в достаточной степени чад своих разумений правды Божией и первенствующего значения верховного закона любви, не призывавшая их к логике любви и не руководившая ими на пути организации жизни и труда на началах братолюбия, допустившая позорную материализацию религии до полного затмения христианской правды в жизни, до замены животворящего начала соборности мертвящим началом самозванного бюрократизма, до подмены животворящего духа разумной веры истинным кумиропоклонством,
до настоящего обоготворения буквы догматов, канонов, постов и богослужебной обрядности, до подмены живого братолюбия как нормальной основы жизни бессистемной благотворительностью, немало не организующей жизнь на добрых началах, до низведения христианской нравственности из разумной основы жизни до сентиментальной нелепости применения отдельных нравственных сентенций к строю жизни, ничего общего с христианской основой не имеющему, до благоглупости признания нравственных прав за людьми, не признающими за собой никаких нравственных обязанностей, что и оклеветало веру и христианскую нравственность, обратив их из разумной основы жизни в неосуществимую утопию, находящуюся в непримиримом противоречии с самыми законными требованиями здравого смысла. Что и обнаруживается каждый раз, как от слов хотят перейти к делу, и веру из украшения праздничных дней хотят сделать нормальной основой жизни. Повинны в этом государственной власти, громко провозглашавшей православие основой и устоем государственной жизни. В то же время кощунственно желая сделать церковь орудием своим в достижении чистой земных целей, а не ей благовейно служить на ее вечное дело святой гармонии, мира с Творцом и его царством разумной любви. В течение веков, признавая православное христианство основой жизни государственной, они не родили о православном начале соборности во внутренней жизни государства, не родили о православно-христианской основе дисциплины любви в деле воспитания и взаимных отношений между сословиями, общественными классами и государственной властью. Не считали для себя и для народа абсолютно обязательной конституцию правды Божией, социальной и политической правде христианства, предпочли заимствование социальных и политических норм западноевропейских народов по случайным побуждениям личных симпатий временных представителей власти, давление общественного мнения и практической необходимости, вызваны слепыми капризами неупорядоченного хаоса жизни. Повинны и в том, что неправославно-христианское мерило прилагалось ими при выборе сановников и педагогов. На эти места набирались не богоносцы, способные сознательно служить Божьей милостью самодержавному монарху и православному народу. И эти сановники стали пресловутой бюрократией, не посредниками между царем и народом, а пресловутым средостением. Эти педагоги, свободные от веры, от любви, от разумения христианской нравственности, стали не просветителями умов, не воспитателями воли к добру и дисциплине любви, не созидающими элементами в жизни церковной и государственной, а теми соблазнителями малых сих, теми развратителями юношества, теми зловредными разрушителями, под влиянием которых православный народ становится грабителями и разбойниками. Слишком многие из юношей наших совершенно утратили сердце чисто и дух прав. Распылены злобой, эгоизмом, ожесточением, способны только объединяться на зло, в сборище нечестивых, и совершенно не способны, как пыль, негодны для постройки, служить делу созидания мирного благоденствия страны. Повинны они в том, что, имея власть, не смотрели на нее как на талант, врученный им от Бога. Систематично крали этот талант у Бога и дело Божьего, систематично зарывали его в грязь земную. А теперь, когда этот талант хотят у них отнять, как подачку бросают его толпе, без всякой заботы о благе страны, ничего не сделав, чтобы подготовить эту толпу к свободе, зная, что эта толпа не дисциплирована любовью, обязательно злоупотребит свободой и сама является тем же прахом земным, в который Господь запретил зарывать таланты. Повинны в том слишком многие из представителей священной иерархии, которые, стоя у святых, святая святых, не любили Бога всем разумением, не любили паству до разумения ее блага духовного, были не служителями церкви, а теми же бюрократами, неизменно ставшими
личные соображения выше верности Богу живому и честного исповедания правды Его. Убежденные, что исторически сложившаяся церковь может отменить верховный закон любви вечного главы своего, Христа, и узаконить служение Ему буквы мертвящей. Слишком многие, недостойно прикасаясь к святыне, были опалены ею, перестали смотреть на себя, как на служителей Бога живого, стали убежденно руководствоваться не правдой Божией, а указами и предписаниями начальства. Они не научали паствусу любить Бога всем разумением, не научали понимать, что любовь – высшее сокровище мира, цемент, связующий человека с Творцом, и всеми верными ему любовью ключ, открывающий душу для воздействия благодати. Не научали понимать основную христианскую обязанность жить любовью и всю жизнь во всей ее совокупности, все отношения и все роды труда честно устроить на основе братолюбия. Не научали понимать, что воздержание от злобы, корысти, гордости, разгула, грубости, сквернословия и всякого общения со злом есть больший и лучший пост, чем перемена пищи в положенное время. Большее и лучшее повиновение церкви и паства их, называя себя православными, чуждо самых элементарных христианских добродетелей. Приходы распылены, превратились в фикции, административные термины, лишены всякой духовной жизни, ни в каком смысле не могут быть названы достоянием Божиим и здоровой живой клеткой организма церкви поместной и христианского государства. Более того, слишком многие представители духовенства являются соблазнительным примером совершенно отрешенности от христианского мировоззрения, совершенно утеряли христианское мерило добра и зла, не только не становятся духовными светочами для мирян, радуясь их духовному пробуждению, но слишком часто становятся тормозом на пути всякого духовного прогресса, выдавая самую антицерковную рутину за истинное православие. С недоверием и недоброжелательством, как к нежелательному новшеству, относясь ко всякой попытке сознательно и разумно отнестись к вере, перейти от несогласной с верой рутины к более честной жизни на основе веры, действующей любовью. Таким образом, подпадая под осуждение вечного главы церкви, сказавшего: «Горе вам, завладевшим ключами Царствия Божия, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Матфея 23 глава 13 стих и Луки 11 глава 52 стих. Другие, впадая в противоположную крайность, являют собой не менее соблазнительный пример. Становясь не во главе христианского духовного возрождения, а примыкая к партии социал-демократов, несмотря на их позорный с точки зрения веры характер грубой борьбы на позорных основах злобы, зависти, корысти, мщения, насилия, непризнания чужих прав и за собой никаких нравственных обязанностей, горделивого требования свободы зла и преступлений, одним словом, с явным клеймом антихриста и демонизма. Повинно в том русское дворянство, горделиво называющее себя передовым сословием, совсем не радея о том, чтобы быть передовыми богоносцами. Без чего, однако, претензия быть передовым сословием православной России, управляемым Божьей милостью самодержавным монархом, является совершенной нелепостью. Повинны те из дворян, которые шли на службу царскую и родили не о благе государственном, а о себе, своей карьере, своих родичах, а теперь на той же службе царской стали либералами, возлагающими на верховную власть всю ответственность за свои же грехи, вступающий в чудовищный союз с врагами Родины, с врагами Церкви, Царя и всякого порядка. Изменники Богу, Родине, Царю, своей присяге и всем добрым традициям благородства, чести и всякой нравственной порядочности. Повинны и те из дворян, которые, сохранив родовые поместья, не смотрели на свое богатство, как на священный талант, полученный ими от Бога. Талант, который они обязаны употребить во благо делу Божию, воспитывая, возможно, большее число душ живых в любви к Богу и святой правде Его.
дисциплине любви и способности быть логичными в любви, давая возможность людям доброй воли честно жить по требованиям веры, совести и братолюбия. Те, которые зарывали этот талант в землю, расточая его по прихотям личного и семейного себелюбия. Даже и те, которые растрачивали этот талант на бессистемную благотворительность, не организующие жизнь на добрых началах, обманывая представителей рутинной жизни, внушая им убеждение в праве бедных требовать денежных подачек от богатых, мирясь со строем жизни, основанным на корыстной борьбе, а не на христианском милосердии, предъявлять братские права, не признавая за собой никаких братских обязанностей. Одним словом, прилагать христианские требования к языческому строю жизни и логику Царствия Божьего к царству тьмы, из чего, кроме нелепой утопии, карикатуры христианства, наивной попытки подкупить Бога, а в худшем случае и безнравственное дело подкупа общественного мнения, ничего и выйти не может. Повинны в том представители интеллигенции, не возлюбившие Бога всем разумением, гордясь своей интеллигентностью и своими научными познаниями, тем самым свидетельствуя о том, что они не имеют оправдания во грехе своем. Как они умны на то, что соответствует вожделениям сердец их, и как они позорны, тупы и непонятливы, когда дело идет о самых простых истинах в области веры и боговедения. Как они умны на зло, на дело борьбы и разрушения, и как они глупы на добро, на дело единения в братолюбии, на дело единомыслия, единодушия с Богом живым, высшим разумом и высшей любовью мира, на дело созидания мирного благоденствия. Как они твердо помнят необходимость, решая математическую задачу, не упустить из виду главного условия этой задачи, понимая, что это как бы умно и правильно не производилось все остальные действия, задача все же правильно решена быть не может. И как-то в то же время они систематично забывают, решая задачи жизни, принимать в расчет главные условия жизни мира, Творца Вселенной, Бога Живого. Почему и всей их умной деятельности, кроме политической, социальной и экономической борьбы, фатально направляющей человечество к ужасам конечной анархии, ничего не выходит. Как они наивно, непоследовательны в деле служения ими же провозглашаемым идеалам и в выборе средств, имеющих привести к торжеству их. Протестуя против стеснения свободы, они никакой свободы не признают не только за своими противниками, но даже и за своими сотрудниками, не говоря уже о целой стране, о всех тех, которые не желают принимать участие в борьбе. Никакой тиран не может сравняться с ними в презрении к правам личности на свободу, на свою свободу и свое имущество. Никакой тиран не позволил бы себе лишать целую страну, не разбирая виновных и невиновных, свободы передвижения, свободы корреспонденции, свободы слова, свободы печати, как они то делали во время железнодорожных, почтовых и телеграфных забастовок, во время бойкотирования промышленности, торговли, общественных собраний и печатных изданий, цензируемых наборщиками. Оргии мысли и жизни, безобразной, циничной, вполне скотоподобной, не было границ. И оргия эта, поставившая наше Отечество на край гибели, временно придавшая нашей бедной России характер совершенно дикой страны, без всяких признаков культуры, была измышлением все той же интеллигенции, одним из пунктов принятой ею программы освободительного движения, как и пресловутая святая ложь, непомерно лживой освободительной печати, как и пресловутое аграрное движение. Ссылка дается. Аграрное движение. Крестьянское движение, возникшее как ответ на аграрный кризис конца 19-го, начала 20-го века. Массовый характер приняло в годы революции 1905 года. Формы крестьянской борьбы были традиционными. Увоз хлеба, порубки лесов, покосы и потравы скотом лугов, разгромы и поджоги помещичьих усадеб.
отменивший собой десятую заповедь Божию и заменивший ее предписанием: «Желай дома ближнего и села его, и вала его, и всего елика суть ближнего твоего, не сомневайся в твоем праве грабить, сжечь и учинять всякое насилие». В одном они были неизменно последовательны в предпочтении Варавы Христу. И повинны во всем этом не только те из представителей интеллигенции, которые принимали участие во всех этих государственных и социальных преступлениях, но и все те, которые им сочувствовали, даже только их под каким-либо предлогами извиняли, даже только не проникались святым гневом при виде этой гнусной оргии злобы, лжи, горделивого нахальства и увенчанных злодеяний. Повинны в этом и все другие классы русского общества, до простого народа включительно. Может быть, повинны менее тех, кому были вручены большие таланты, власть духовная и гражданская, богатство, сила знания, сокровища науки и искусства. Но все же повинны и не имеют оправдания в грехе и грехолюбии своем. Церковь знает, что нет материальных обстоятельств, которые могли бы извинить измену Богу, оправдать злобу и злодеяния. Она знает прославленных ею мучеников и святых, верность которых Богу и добру не могли осилить никакие угрозы, никакие мучения, никакая бедность, никакая жизненная обстановка и внешние обстоятельства. Она не может мириться с покладистой теорией, по которой не всем дано быть достоянием Божиим, верными Богу и устойчивыми в добре. Она не может извинять зло одних виновностью других. Она не может, не говоря о других промежуточных классах общества, даже и для низших, наиболее обездоленных слоев его, крестьян и рабочих, признать иную правду и иную нравственность, чем общеобязательную правду Божию и Христову нравственность смиренной, самоотверженной любви. И крестьяне и рабочие одинаково повинны в своем образе зверином, повинны в том, что изменили любви, перестали верить в правду добра, поверили в Вараве, поверили царству, силе и славе зла, пошли за теми, кто призывал их к грабежам, к поджогам и насилиям, сами стали ворами и разбойниками. Неправда, что на эти злые дела шли только исключительно дурные элементы народа. На них не шли только исключительно добрые. Целые селения почти в полном составе шли грабить помещичьи усадьбы, когда надеялись, что их злодеяния останутся безнаказанными. И теперь живут надежда на то, что Государственная Дума отнимет землю у имущих в пользу неимущих, оставляя в силе право собственности, от которой сами они отказаться не желают, и тем даст им право завладеть чужим имуществом на законном основании. Если теперь аграрные преступления и прекратились, это зависит от того, что народ убедился, что не может совершать эти злодеяния безнаказанно, а не потому, что по духу перестал быть на них способным. Повинны перед Богом, церковью и отчизной не только те из крестьян и рабочих, которые совершали злодеяния под красными флагами аграрного движения и свободы стачек, но и все те, кто сочувствовал им, под какими-либо предлогами извинял их или даже только не чувствовал святого гнева при виде совершаемых злодеяний, грубой оргии носителей образа звериного и позора торжествующего зла. Все не изменяли тем Богу живому и Христу его, предпочитали им Вараву и не имеют извинения в проституции прелюбодейного сердца своего. Вот в чем необходимо, чтобы собор призвал к покаянию всю Россию, все чад Русской Православной Церкви поместной, призывая их вспомнить общую солидарность ответственности всего живого организма Церкви поместной за все бесчинства, совершаемые на лоне ее, за всех совершавших злодеяния, за всех являвшихся укрывателями и пособниками этих злодеяний, за всех их сочувствовавших, за всех оставившихся равнодушно безучастными, не возревновавшими о Боге и добре даже и тогда, когда храм церкви поместной, храм Родины,
духовный храм родного прихода, были обращены на их глазах вертепы разбойников и осквернены грубыми оргиями неслыханных бесчинств. Пока не будет совершен этот великий акт общецерковного всенародного покаяния, напрасно будет ожидать в жизни русского народа и плодов достойных покаяния. Никакие реформы не проникнут вглубь души народной, не оздоровят ее, не вызовут светлого преображения умов, сердец и жизни. Все они останутся на поверхности жизни, буквами мертвыми и мертвящими, идолами и кумирами, елика на земле внизу. Исход 20 глава 4 стих. Заголовок. Путь к лучшему будущему. Плоды, достойные покаяния. Самое главное на этом пути, чтобы мы, чадо Русской Православной Церкви, и жизнь наша стала бесконечно больше достояния Божьим, чем были до сих пор. Все прочее приложится. Мы и жизнь наша станет бесконечно более благодатными. Мы будем думать, чувствовать и жить по логике благодати, по логике разумной веры и разумной любви, а не по логике капризов, похоти большинства грешного и грехолюбивого человечества, создающего рутину жизни народов. Для этого необходимо совершенно иное отношение к Богу и правде Его. Не реформаторская ломка, а именно иное отношение дух живых к Богу живому, живых клеток прихода к живому организму Церкви. Иное отношение к тем же догматам, тем же образам, к тем же постам, к той же обрядности. Необходима дематериализация религии по требованиям православной веры нашей и вечного главы ее, Христа, поклоняться Богу в духе и истине. Дематериализация религии состоит не в отрицании материи и какой-либо формы, а в подчинении материи, буквы, всякой формы, духу животворящему. В разумении всех догматов, канонов и правил жизни церковной при свете животворящего духа любви и мудрости Божией, как путеводителя к свободе любящего духа. Цель же всякого вещания – любовь от чистого сердца. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. А не как цепи рабства подзаконного, отрицающего всякую христианскую свободу, перенося центр тяжести животворящего духа намерения, сердечного побуждения на мертвящую букву строгой регламентации размеров соблюдения того или другого обряда, того или другого благочестивого обычая или благочестивого упражнения. От этого зависит правда жизни церковной. Как ложь, внешняя форма без наличности соответствующего животворящего духа, так ложь и отсутствие формы, внешнего проявления при наличности духа животворящего. Вот почему всякое принуждение в области шаблонного для всех одинаково обязательного аскетического соблюдения какой-либо буквы, какой-либо формы в определенном размере ведет неминуемо ко лжи, к лицемерию и в конце концов к ошибочному отношению к этой букве, которые придают самовладеющие значение к позорной материализации религии, подмене поклонения Богу в духе и истине поклонением идолам, кумирам разнообразных обоготворенных букв, предметов, елика на земле низу. Это не только вопрос о том, является ли религия для нас светом разума и правдой жизни, свободой славы чад Божьих, или рабством подзаконным и бременем непосильным, которое многие ненавидят и стремятся с себя сбросить. Не только вопрос о том, ветхозаветные или новозаветные мы люди, но даже христиане ли мы или язычники, кумиропоклонники под святым знаменем Христа и святым стягом Его Церкви. Ведь недаром мы дожили до ужаса и позора нами переживаемого. Ведь недаром затмилась вера в сознании столь многих, та святая вера, которая должна удовлетворять наивысшие стремления ума и сердца человеческого, которая, будучи путь истинной жизни, содержит в себе определенную, наиболее разумную, а следовательно и практичную программу мирного прогресса человечества на пути к мирному благоденствию народов. Ведь недаром так многие отпадают от церкви и вне ее
удовлетворяются меньшей истиной и несравненно более низменными идеалами, чем истина церковная и высочайший идеал Вселенской Церкви Божией. Ведь недаром наша Россия обратилась в вертеп разбойников, наша интеллигенция в атеистов, анархистов и социал-демократов, наши юноши в бесноватых, наши крестьяне и рабочие в грабителей и разбойников. Необходимо совершенно иное отношение к Богу и правде Его в деле преподавания закона Божьего и богословских наук, в деле научения любить Бога всем разумением, в деле понимания христианской нравственности, в деле духовного воспитания детей и юношей, в деле организации жизни и труда на лоне православных приходов на обязательной для честных христиан основе веры, действующей любовью. На обязательной для честных христиан основе мира, любви и братского единства. В этом отношении необходимо поставить крест над прошлым, стать твердо на путь веры, а не видения, на путь честного созидания правды Божией в жизни, веруя в силу благодати, а не руководствуясь земными видениями и лукавыми мудрованиями политических соображений. Только тогда мы станем достоянием Божьим, дадим Ему возможность без насилия над нами дать нам дары благодати Своей. Горе возвысить умы и сердца наши, наложить печать дара Духа Святого на умы, сердца и жизнь нашу. Если мы этого не сделаем, мы не сдвинемся с места, останемся по-прежнему безблагодатными. Не оздоровится душа народная, не оздоровится и жизнь наша. Сколько соборов бы мы не собирали, сколько бы реформ не вводили в управление и букву уклада жизни церкви поместной, сколько бы даже не согласовали эту жизнь с буквой канонов и практики церкви первенствующей. Состав собора. Архипастыри Русской Православной Церкви должны сделать первый решительный шаг на добром пути, показать добрый пример плода достойного покаяния, став цельно на путь истинной соборности, на путь живой любви, совсем не справляясь при этом, в каком смысле употреблено слово «соборное» в символе веры и насколько это предписано канонами и освящено практикой прежних соборов. Допущение на собор белого духовенства и мирян должно быть потребностью любви для епископов, естественным проявлением живой любви к пастве, живого покаяния за всю церковь поместную и за всю страну, практической мудростью со стороны добрых архипастырей, желающих не господствовать над наследием Божьим, но подавать пример стаду. 1 Петра, 5 глава, 3 стих. Добрый пример любви, кротости, смирения и великодушия, столь необходимым в настоящее время, когда распыление на лоне церкви дошло до крайних пределов. Так мало единства, так мало взаимных чувств любви, уважения и доверия, что так хорошо понял и высказал в своем отзыве, ссылка дается, отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. В настоящей статье страницы соответствующих отзывов указаны по изданию. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в двух частях. М. Крутицкое патриаршее подворье. Общество любителей церкви истории. Часть 1. 2004 год. 2004. 1031. Часть 2. 2004 год. 1056 страниц. Преосвященный Никон, епископ Владимирский. Ссылка дается. Епископ Никон Софийский. 14.05.1861 по 28.05.1908. Отзывы. Часть 1. Отзыв 16. Страница с 256 по 302. На момент публикации отзывов занимал Владимирскую кафедру. 6 мая 1906 года возведен в сан архиепископа, а 9 июня назначен архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии. По его инициативе был начат пересмотр и исправление богослужебных книг на грузинском языке, для чего была образована особая комиссия,
был убит в Грузии. Это должно быть непременно делом любви, а не делом снисходительной терпимости, не делом политической необходимости и уступки общественному мнению, как на это смотрит Преосвященный Сергий, епископ финляндский. И дается ссылка на него, кто это. Архиепископ Сергий Строгородский. 11.01.1867 по 15.05.1944. Отзывы, часть 2. Отзывы 58. Страница 429 по 442. Отзыв 65. Страницы с 595 по 598. На момент публикации отзывов был архиепископом финляндским и выборгским. В 1906 году участвовал в сессии Святейшего Синода. Председательствовал в учебном комитете, одновременно занимаясь исправлением текста богослужебных книг. В 1917 году возведен в сан митрополита. С 10 декабря 1925 года заместитель патриаршего вместо блестителя. 8 сентября 1943 года архиерейским собором РПЦ был избран патриархом московским и всея Руси. И Преосвященный Арсений, епископ Харьковский, тоже дается ссылка. Архиепископ Арсений Брянцев, 27.08.1839 по 28.04.1914 года. Отзывы, часть 1, отзыв 2, страница 43 по 60. На момент публикации отзывов занимал Харьковскую кафедру. Конечно, лучше совсем не приглашать ни тех, ни других, питая к ним чувства, выраженные Преосвященным Антонием, епископом Волынским. И дается ссылка тоже. Епископ Антоний Храповицкий. 17.03.1863 по 28.07. По 10.08.1936 года. Отзывы. Часть 2. Отзывы. 10. 32. 55. Страница. И страницы. Отзывы, вернее. И страницы с 339 по 346. На момент публикации отзывов был епископом Волынским и Житомирским. В 1917 году на Всероссийском поместном соборе был одним из трех кандидатов в патриархи. В том же году был возведен в сан митрополита. В 1920 году эмигрировал. С 1921 года и до конца жизни возглавлял Карловацкий раскол, русскую зарубежную церковь. Умер в Белграде. И в первом, и вторых своих отзывах предпочитая пригласить на собор каторжную тюрьму в полном ее составе. Не принесет никакой пользы собору и приглашение на него тех благочестивых и смиренных по понятиям Преосвященного Антония, мирян, которые немало не интересуются участием в жизни церковной и судьбах церкви поместной, совершенно лишены церковного самосознания, не понимая ни своих прав, ни своих обязанностей, ответственных членов церкви, не желает даже быть стадом словесным, а предпочитает роль стада бессловесного. И по мнению Преосвященного Антония, сами откажутся от участия в соборе, говоря епископам: «Ваше дело учить, а наше – поучаться». Конечно, при таких обстоятельствах приглашение на собор таких священников и мирян было бы недостойной комедии, совершенно ненужным загромождением собора, галереей бессловесных статистов. Если бы все епископы, по примеру Преосвященного Антония, допускали возможность, что все священники и миряне Русской Православной Церкви сводятся к двум типам – каторжных, способных только опозорить нашу святую веру и прогневить Бога, и смиренных хранителей веры, не желающих даже быть выслушанными на соборе, не имея что сказать на нем, кроме того, что ваше дело учить, а наше поучаться. Было бы, если не извинительно, то по крайней мере основательно относиться к ним с тем искренним и глубоким чувством недоброжелательного недоверия и горделивого презрения, какими дышат первые и вторые отзывы Преосвященного Антония. Но тогда и церкви Русской Православной совсем не существовало бы, и никакого собора хотя бы и из-за одних епископов. Это несуществующей церкви собирать не было бы надобности.
Ни в одном из прочих отзывов епископов такой степени отсутствия любви, уважения, доверия к пасомам не выражено. Любовь, уважение и доверие к нашим архипастырям заставляет меня не сомневаться в том, что большинство из них будет на высоте любви, нужной для того, чтобы не только допустить на собор священников и мирян, но с любовью пригласить их на собор и на соборе, с любовью и уважением выслушать тех из них, на мыслях и чувствах которых будет опознана печать дара Духа Святого. Даже и тех из них, которые выскажут ошибочные мнения, легко исправимым целым собором. Если побуждения их честны, исходят из любви к церкви и ревности о благе ее. Не приглашение священников и мирян, особенно после прискорбных отзывов о них Преосвященного Антония Волынского, было бы жестоким оскорблением паствы. Демонстрация единомыслия, единодушия с Преосвященным Антонием по отношению к ним. Демонстрация полного отсутствия любви, уважения и доверия к пастве и крупной, труднопоправимой сердечной бестактностью, способной привести к самым прискорбным осложнениям в практике жизни церкви поместной. Остается вопрос о том, какой способ избрать для того, чтобы на соборе вся церковь поместная была представлена, возможно, полнее и, возможно, вернее. Мне кажется, что было бы ошибкой поставить это дело в зависимости от личного усмотрения епархиального епископа или подчинить таким чисто внешним признакам, как то, что данное лицо состоит в должности церковного старосты, профессора духовной академии или пользуется известностью каниста, литургиста или археолога, как предлагает Преосвященный Арсений, епископ Харьковский. Собор наиболее нуждается в сотрудничестве священников и мирян, наиболее живых духом любви к Богу и церкви при свете сознательной любви к Богу живому, а не в ученых-книжниках и буквоедах, которые могут только всякий жизненный вопрос, даже и наиболее простой, осложнить и затемнить пестрой буквой сухой схоластики. Собор наиболее нуждается в тех, кто богат опытом жизни, опытом лично пережитого, продуманного зорким любовью умом, выстраданного чутким любовью сердцем. А это не определяется никакими общественными положениями, никакой научной специальностью. Надо этим людям дать свободный доступ на собор, сознавая, что именно они являются наиболее желательными его сотрудниками. Мне кажется, что система двухстепенных выборов в благочиниях и епархиях, предложена многими епископами, достаточно гарантирует то, что выбраны будут лица, имеющие на то наиболее нравственного права. Люди, близко известные жителям местного благочиния, своей любовью к церкви и ревностью о ее благе. Гарантирует и то, что в случае возможного неудачного выбора в каком-либо благочинии, ошибка эта будет исправлена на выборах епархиальных. Совершенно невероятно и слишком оскорбительно для Русской Православной Церкви предположение, что не только благочиния, но даже и епархии пришлют на собор людей недостойных, и что этих людей на соборе окажется так много, что лучше было бы пригласить на собор каторжную тюрьму в полном составе, как это говорит Преосвященный Антоний. В дополнение к уполномоченным от епархии ввиду того, что более одного священника и одного мирянина от каждой епархии избирать слишком неудобно и может сделать собор без нужды слишком многочисленным, а в некоторых епархиях может оказаться и более одного ревнителя благочестия в лучшем смысле этого слова. Очень желательно дозволить всем настолько интересующимся трудами собора, что пожелают принять в нем участие, просить собор о допущении на него, как это предполагает Преосвященный Никон, епископ Владимирский. При этом собор, выслушав мнение епархиального епископа той епархии, из которой прибыл данный священник или мирянин, решает, допустить его или нет. И если допускает, тем самым дает ему все права, какие имеют на соборе и официально уполномочены от епархии. Все священники и миряне имеют на соборе голос совещательный по вопросам догматическим и решающий,
вместе с епископами, по всем другим вопросам жизни церковной, по вопросам догматическим решающий голод принадлежит одним епископам, но не в отдельных закрытых заседаниях и не в отдельной верхней палате, как это предлагает Преосвященный Сергий, епископ финляндский, а непременно в открытом общем собрании всего собора, чтобы вся церковь в лице своих представителей слышала все, что будет высказано по данному вопросу ее архипастырями, и вполне сознательно отнеслась к принимаемому ими решению, как того требует любовь, уважение и доверие архипастырей к посуму и польза всей церкви. Очень желательно, чтобы на собор были приглашены представители всех православных церквей и даже представители церквей англиканской и старокатолической, о соединении которых с православием предполагает поднять вопрос на соборе. Очень симпатично было бы допустить на собор и представителей старообрядчества, и даже представителей всех инославных христианских церквей, католиков, лютеран, армяно-грегориан, хотя бы по одному, конечно, с правом совещательного, а не решающего голоса. Это было бы великим актом христианского братолюбия и большим шагом на практическом пути водворения благосостояния святых Божьих церквей и единения всех. В такое время, когда враги христианства так дружно сплотились против него, и само оно так нуждается в сознательном и честном единстве для разумного отпора вражеским козням, разумного исповедания христианской правды, не разделившегося Христа, и разумной организации жизни на разумной и благой основе веры, действующей любовью. Вместо той позорной рутины жизни христиан, которая клеветала веру и действительно более походит на табор каторжников, чем на честное христианское братство. Если помехой для приглашения старообрядцев может служить то, что еще не снято с них клятвы 1667 года, и тут дается ссылка на это, Московский собор 1656 года и Большой Московский собор 1667 года наложили клятвы на всех не принявших церковную реформу патриарха Никона. Таким образом образовался раскол, называемый старообрядческим. Отдел предсоборного присутствия 1906 года вынес постановление ходатайствовать перед будущим поместным собором Русской Православной Церкви об отмене этих клятв. Об этом же говорило постановление отдела по единоверию и старообрядчеству поместного собора 1917-1918 годов. Определением поместного собора 1971 года было постановлено упразднить клятвы Московского собора 1656 года и Большого Московского собора 1667 года. При доброй воле очень легко выйти из этого затруднения. На первом же собрании собора снять эти клятвы, что сделать будет тем легче, что двух мнений по этому вопросу, вероятно, и не будет. А затем и пригласить представителей старообрядчества принять участие во всех остальных заседаниях собора. Для поддержания благочиния и духовного достоинства собора, так как во всяком многолюдном собрании может оказаться в виде исключения один и даже более одного способных бесчинствовать, что возможно не только в настоящее время, но было и на древних соборах, порядок и благородство достойного тона отношений, характер обязательных на соборе взаимных чувств любви и уважения друг к другу должны быть гарантированы строгим уставом, ограждающим собор от всякого бесчинства, без ущерба для полной свободы мнений. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.